65-00 Samsung. И замена слота сим-карты. Разбираем телефон. Вот он у нас выломан здесь. Этот же слот идет на многие модели Samsung, Galaxy Mini, на многие другие. Снимаем заднюю панель. Разъем тачскрина, экран. Снимаем плату, защитный экран. Вот здесь еще две управляющие выломаны. Можно снять феном. Можно снять паяльником. Таким вот образом снимаем. Паиваем пятаки. Покажу поближе. Просто паяльником немного побыстрее получается. Аккуратно с пятаками, не оторвите. Иначе придется ставить перемычки. Сняли. Здесь по бокам он еще припаян. Мы его просто так соединим от платы. Без фена. Так просто сняли. Добавим флюс. Также просто ставим. С другой стороны. Стараемся припаивать впритык к плате. Таким образом можно прижимать. Все. Ставим защитный экран обратно.
разъемы в заднюю панель. Ставим сим-карту для проверки. Включаем телефон, проверяем. Запрашивает пин-код. Все нормально, сим-карта читается. Всем удачного дня. Подписывайтесь. До свидания.